Ребятушки, всем привет! Приехал в детский дом. Сегодня детям праздник сделал Фродушка. Фродо, спасибо огромное от души. Ребят, возможно, там снимать не буду. Видите, там дети стоят. Как бы не хочу их снимать, смотрите. Вот, как обещал, как ты сказал, фруктов, все, колесики купил он, Фродо. Блин, от души вообще спасибо. Сегодня праздник устроил детишка. Они там стоят. Я так их снимать их не буду. Буду себя снимать, если что, наверное. Спасибо огромное. Кстати, тезка Пашка Антошкин, тебе привет с Брянска, Павла Васильевича. Дети катаются, колесики ждут меня. Так, сейчас. Так, если получится, одному все утащить. Опа, опа, колесики. Ребятушки, съемка, извиняюсь. Павла Васильевича, ладно, что делать. Ух, Фродо. Блин, спасибо тебе, конечно, огромное. Ну, блин, одному мне тут тяжеловато. Даша. Так вот, ребят, там еще Фродо. Блин, вообще красавчик. Так, дети там. А, ребят, вон дети, сейчас их снимать не буду. Может, буду. Здравствуйте. Может, для детского дома? Опа. Опа. Ёлочки. Здравствуйте. Здравствуйте. О, есть кто живой-то, нет? А? Так, это дети бегают, что они? Какие? Вот. Это поселские дети. А, просто. Это по ним занятия. Это что этим? А вот эти-то, я скажу, они дядь. А это что, тоже для велосипеда? Это колесики им, для колесиков. Ну, для велосипеда? Позвоните, пускай воспитатель спустится. Я вам колесики обещаю. Да, позвоните заведующий, я спрошу просто. А то он мне сказал, колеса, что-то еще там, я не понял. А мальчишка, у нас Влад все это. Да, он ко мне бегал, все, ему колеса. Пускай заведующий, я спрошу сейчас, чтобы хоть это знать. Что им? Ты можешь фрукты, овощи, да, фрукты вожу, так может у них есть фрукты-то? Может что-нибудь лучше другое? Лишнее это никогда не будет детям-то. Нет. Вы что? Вот. Фрукты, они прямо это. Ну, он прибегает, он мне что-то говорил. Вот колеса ему, в прошлый раз ему шины привез. Угу. А в этот раз ему сами эти, не шины привез, ну, камеры. Сейчас, его сейчас на месте нет. Ну ничего страшного. Пускай, он хотел, у меня два колеса новых. Тут фрукты что, помоют. Просто узнай, что. Девочки, пришла. Заведующий, да? Ты. Как? Нет? Что надо-то детям лучше сейчас, конечно, первую сетевую канцелярию? Вся канцелярия у нас пойдет. Это клей, карандаши, вот это всякая дребедень, тетрадки, альбомы, краски, кисточки. Паш, вообще все. Ну, любая канцелярия, все, вообще, что. Тетрадки, да, все такое. Журналы, дневники, ну, вообще все. Ну, блин, все-то, конечно, не смогу, но что, чем смогу, нет, я тебе тем помогу. Всем но, говорю, что ну, я понял, понял. Как бы, в плане канцелярии уже... Ну что, слышали, вот надо канцелярию, ребят, буду канцелярию возить, ну, и сладости, вкусности буду возить, ребят, так что, как бы так, ну, дети тоже, вот видите, здесь, говорят, поселковские даже есть, вот сейчас, которые гуляют из них благополучных семей, ребят, жалко, конечно, детей, блин, жалко, ну, сейчас она сказала мне, работник по социальной, я уж снимать-то, ребят, не стал, то, что сейчас 13 человек закреплено, уже до 18 лет будут здесь жить, то есть их родители решили уже прав. Канцелярия, ребят, обувь, самое главное, это обувь. Канцелярия, так говорит, ладно, проблем государством решит. Но все равно, если есть возможность помочь, то это как бы от помощи не отказываются. Ну, обувь и форму, одежду. Ребят, блин, давайте вздрогнем, у кого есть. У многих же это есть. Так что, ребят, пишите. Вот лучше вот детям вещи отправлять почтой, чем, блин, бомжам. Ну, это вы как поймете. Так что, ребят, еще я хотел сказать, попросила меня девушка из Кисловодска, Яна, она инвалид. Да, блядь, я машину, ребят, заеду сейчас, съем шашлык. О, блядь, полточка. Вот, она инвалид, ребят, попросила, может, они женщины есть, не пьющие, там, без дома, кто хочет, просто, у кого жилья нет, она бы приютила, как бы, ей помощница нужна. Дом свой, но там, говорит, никакого хозяйства, ничего не надо вести, просто дом. Где-то на Кавказе. Ребят, если что-то кого-то заинтересует, пишите в личку. Там у кого-то, может, знакомый есть, там женщина там одна осталась, вдова. Ну, или жилья нету. Вот.
И потом спишите сами с ней. Потому что она как бы инвалид, помощь нужна. И говорит, как бы жильем обеспечу. Ну и я так думаю, потом там сами уже спишитесь. Ребят, ну а что я могу сказать? Скоро 1 сентября. Видео выйдет, конечно, блядь, после 1 сентября. Но мы постараемся его, может, пораньше это вставить в видео. Так что, ребят, блин, давайте поможем детям. Чужих детей не бывает, ребят. Ну все. А я поехал. Да, бульдога с Рыжиком. Пошли к дому-то твоему, блядь, пошли. Опа, Рыжик, блядь, бусы, сука, опять напился. Вот только трезвый был. Пошли поскорее к дому твоему. Это нормально. Но это не считаться. Это не считаться. Это нормально, Паша. Ребятушки, Вовку Рыжего встретил. Вовка, только не говори, где ты живешь. Ты куда пошел-то, поскуди? Я к тебе ненадолго. Вован. Вован. А ты куда пошел-то? В город? А что ты, сука, падла, цел тебе, жди меня, блядь, ты. Ребятушки, всем здравствуйте. Какой нарезки? Ты что, дом-то закрыл, нет? Нет, погоди, на пенечек на мой, на пенек. Пошли к дому-то твоему, блядь, пошли. Опа, Рыжик, блядь, бусы, сука, опять напился, вот только трезвый был. Пошли поскорее к дому твоему. Рыжик. Пока. А. Бля, у меня есть... На тебе 200 рублей. Опять руки грязные, паскудни. Ты куда пошел-то, блин, паскуда? Пока. Представляешь? Не сказано. Хрень какая, короче. Какая хрень такая? Короче, ну... Сын Сережинская у нас. Ну, Сережинский пацан. Вон. Раз она закакала. Так это он... я, сука, был-то. Ты забыл, что ли, паскуда? Это мы же тебе с немцем. Он говорит... Вова! Сколько пить-то, ну, когда пить-то бросишь? Я говорю, а вот как нахуй, как брошу, так. Рыжий, давай садись, блядь, поскуди, садись, блядь, расскажи лучше. Ну, ты можешь, сможешь сказать, что ты, почему, блядь, съебался-то от Димки? Тот раз пьяный так и меня не объяснил нихуя. У него там, короче, там, в семье, короче, Ну, семейная, короче, штука. Деньги ну, выдержал. Ну, семейная штука и семейная штука. Ну, там, короче, это, ну, гав-гав, да и пернуто. Вот, сука, застрали. Фу, блядь, паскудник, Рыжик, блядь. Ах, блядь. Фу, блядь, что-то говно жрал, что-то паскуда. Что такое, блядь, сейчас? Ну-ка, Рыжий, давай, блядь, садись сюда, будешь из теремка, привет и передай, быстренько передадим, привет и небольшой... Погоди, я еще не всем приветы передал. А тут небольшие будут приветы. Ну, ящики-то можно. Фу, блядь, пердун ебаный. Ты куда пошел-то, блядь, паскудник? На могилке их набрал, что ли? Вот. Давай, Фродушке привет, нахуй. Вот, слушай, сюда. Ну, меня слушай. Ты там не слушай это, ну, вот в камеру. Да камера, ну, я хрен. Скажи же, паскудник. Вот она ебалась. Вот, слушай меня сюда. Вот. В некотором государстве, ну, в некотором царстве, ну, вот, ну, живет маленький-маленький мужичок. Рыжий? Не. Да, сука, ты рыжий. Рыжий, хули, рыжий, кому, как рыжий. Фродушка, короче, живет такой. Вова, блядь, вот бандера солнца. Хуйня. Давай, я говорю, купаться пойдем. Купаться не соглашаться. Ну, да это что за хрень-то такая? Я говорю, сейчас на Рыжинскую погоним. Не, у меня бабки-то есть. Ты чё? Нихуя, тебе откуда бабки-то? Сдавал сегодня, что ли? Ну, документ. Вот. А, вот, телефон этот, ну, парням отдашь, пусть они мне отремонтируют. Потом отремонтируют, сейчас, подожди, давай. Давай, Фроду спасибо скажи. Фродушка. Не, Фрод. Ты раз пьяный тебе, не передал им. Я тебе спасибо не скажу, Фрод. Я тебе даже спасибо не скажу. Я тебя закусаю. А купаться пойдем со мной. А, класс, давай, там речка. Давай, Димасику с Белого моря. Ну, Димасик с Белого моря. Он ам. Димке Токарю.
Димас. Что есть, ну, в жизни в этой, в нашей? Угу. Есть душа и красота. Димка, токарь, скажи привет. Дим. Токарь. И пускай нас барышни любят. Ты, ты можешь сказать Димка Токарев? Ты что, блин, паскудник? Димка Токарев. Паскудник, паскудник. Скажи, Димка Токарев. А, это не паскудник. Я паскудник. Скажи, Димка Токарев, привет тебе. Дим. Токарев. Сука, он, блядь, не можешь имя выговорить, что фамилию не можешь выговорить. Спасибо большое тебе, Дим Токарев. Большое тебе спасибо. Давай побыстренько. Андрюха Степанов, тебе привет, скажи. Все, блядь, пойдем с тобой нахуй. Андрюха Степанов. Пойдем, пойдем. Вот у тебя все. Так я не Дим, у меня там дочь, блядь, я же говорю, у меня там дети. Ты же у нас со Свердловска гонишь. Конечно, я же тебе денежку по-быстренько завез, блядь, и все. Давай, Дима, давай, Андрюхе Степанову. Андрюха Степанов, большое тебе спасибо. Димас Белого моря, блядь, тоже спасибо, нахуй. Диман с Белого моря. Большое и большое спасибо. Нахрен, зубовка. О, сука, блядь. Сашка Серегова Посада, нахуй. Саша Серегова Посада. Посада. Большое тебе, большое, большое, прибольшое. Спасибо. Олег Паршин и Марина Олег Воложенинова. Паршин. Большое тебе спасибо. И Марина Воложенинова. И Марина. О, имя красивое. Мариша. Мариша. Мариш. Мариш. Купаться с Вовкой-то будешь? Ну все, пошли, я провожу там, я поеду. Ты куда, в город пошел, Вовка, или что? Так мне надо туда. А я не повезу тебя, мне там дети сидят в машине. Пошли, я тебя провожу немножко, и ты. Воскресенье. Воскресенье, да, 10 часов будет здесь. Ладно, хорошо. Не говори только где. Никому. Ты никому вообще кого в городе встречаешь, никого. Кто тебя узнает, не говори, что ты где. Понял, живешь? Только я сейчас знаю. Ты вот раз ты помнишь, что мы приезжали с немцем-то, тебя мыли-то, джинсы одевали. Это не считаться. Это не считаться, бля. А помнишь, нет? Это я знаю. А что мы, с кем мы приезжали? Как его звать-то? Это паскудник. Да. Виталик, блядь, точно. Виталик. А помнишь, куда ездили-то, блядь? Он такой, просто такой. Здоровый. Ну, ты его... Здоровяк. Здоровяк-то? А это полбеды. Это полбеды. Потом... Раз, ну, пацанок, ну... Я машину другую все видел, я все знаю. Сюда. А сегодня ты встретился, да? Ну, ребят, сегодня мне Андрюха, Да, Андрюха, тебе респект, ребят. У кому нужна профессиональная фотосъемка, свадьба, там, видеосъемка, ребят, ссылочка будет в описании под этим видео. Обращайтесь, ребят. Скажите, от меня будет скидочка по Асбесту Свердловской области, в Заречном, везде, в Екатеринбурге. Андрюха, спасибо тебе. Во, представляешь, мне нужно к жене ехать. Я говорю, слышь, А ты что, сука, его запахать хотел, припахать его хотел, сука? Не, я говорю, ну, паскуда, блядь, рыжая, блядь. Ну, это, я говорю, ну, твои, говорю, проблемы, ну, там, туда-сюда. Я говорю, ну, пахать просто, ну, он там, ну, гоняет там, ну, туда-сюда. Я говорю, ну, это не проблема. Он такой. А ты где его в городе там встретил? Ну, вот, вот здесь. Не говори, где, рядом здесь, да? А? Он в садах был, что ли? Ну, на машине, ну. Такая большая. А, все понял. А что там у тебя пакеты-то, вружика, блядь, паскудник? Чего, кто понес пакеты? Ты продавать понес, что ли, блядь, или что? Это у меня тут нормально. Спирт, что ли, там у тебя? Вот, да. Лампочка там у него, блядь, это паскудник, нахуй. Ну, это нормально. Это рыжий, нормально. Ты мне скажи, ты ночуешь-то сейчас постоянно здесь или нет? Вот я больше могу не только в воскресенье приехать, я могу в другой день приехать, но вечером, допустим, после работы. Вот я когда заремонтирую этот телефон. Нет, ты скажи, ты постоянно здесь или ты еще где-то у тебя точки есть? Если мы сейчас выключим, там у тебя скажешь мне без камеры. Или ты где-то еще, только здесь или еще? Здесь. Подожди, не говори на камеру ничего. Потом скажешь, мы сейчас пойдем. Я по всему городу брожу. Вот ты мне дети найти-то, блядь, паскуда. Я могу сейчас на неделю приезжать даже. Вечером. Часиков 6-7. Если Димка мне сейчас телефон отремонтирует. Какой Димка? Серега, бля, ёптать, Димка. Пусть отремонтирует мне телефон. Серега, скажи, Серега Снегирев, отремонтируй мне телефон, скажи. Сереж. Снегирев.
Отремонтируй мне телефон, Лёку, чтобы я был... Серёга Снегирёв, не отказывай Рыжику, Пыжику. Ну, чтобы на Лёке был. Ну все, что, я пошел? А то вроде Рыжик говорит, не накосячил, а то люди думают, что ты что-то пизданул. Говорят, пизданул, нет? Не, а смотри, Бульдог рассказывает, говорит, Бульдог сказал, что ты, блядь, что-то деньги взял за работу и съебался. Пиздит Бульдог? Я ничего не взял. Я их даже не видел. Ладно. А скажи, а что Бульдог говорит, какого-то инвалида, ты там ухаживаешь за каким-то инвалидом? Ну, это не шутас. Не, ну реально или что? Реально. На больничке где-то или на Уральской? На Уральской. На Уральской. Ну ты сейчас не ухаживаешь ни за кем. Это реально, это нормально. Но это не шутас. Это не шутас. Это нормально, Паша. Ну смотри, в общем, я приезжаю, тебе записку здесь оставляю. Если я нету. Блядь, ну, Рыжик, я не знаю, где ты, блядь, в городе. Рыжик, договорились, я приезжаю, там вторник, четверг, он тебе записку пишет. Оставляй мне только записку, не забудь. Ладно, хорошо. Ну, пошли, немножко проводишь меня, хули ты, я поехал, мне там дети ждут. Ну все, Рыжик, блядь, ребята, видите, сейчас Рыжик. Сегодня благодаря Андрюхе. Андрюха, спасибо. А ты куда в город пошел-то, нахуй? Да брось ты пакет, нахуй, возьми, иди, деньги дал, нахуй, пакетом, потом продашь его. Хватит тебе, блядь, купить. Нет, ты че, это надо. Сука, Рыжик, паскудник, нахуй. Ладно, ребят, дальше не буду тут засвечивать его места, дислокации, все. Подписывайтесь на мой канал, пальцы кверху, ребят. Ну все, Рыжик, скажи всем пока. Рыжик. А, сука, Рыжик набухался нахуй, паскудник. Ладно, все, ребят, пока-пока. Телефон ему починим, потом будем по телефону, если не пропьет его, искать. Все, пока-пока. Еще, ребят, блин, про детский дом. Ребят, обувь есть у кого-то? Детская, сланцы там, всякие ботиночки, ребят, приносите, пожалуйста, детям обувь нужна вообще. Все, пока-пока, подписывайтесь на инстаграм, все самое первое увидите в инстаграме.